骑自行车出行实在是一个既健康。В России ездить на велосипеде – это здоровый и экологически чистый способ передвижения, говорит в своем стендапе корреспондент китайского телевидения Хоу Юхуа. Наши коллеги приехали на Жуковский мотовелозавод неспроста. Часть комплектующих для своей продукции предприятие закупает именно в Китае. Китайские журналисты не только рассказали о заводе, но и побеседовали с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Он заявил, что велосипедный завод сотрудничает с более чем 20 китайскими предприятиями по производству велозапчастей. Правительство области приглашает китайские компании с инвестициями и готово оказать соответствующую поддержку. Еще одна причина такого интереса к Брянской области – реализация глобального проекта «Новый шелковый путь». Этот транспортный коридор должен ускорить товарообмен между Европой и Китаем. Согласно проекту, он проходит и через Брянскую область. Александр Новиков, события.